Югорчане определят тему будущего года. На портале «Открытый регион Югра» запущено новое общественное обсуждение. Его в кратчайшие сроки поручила организовать Наталья Комарова. Губернатор поддержал инициативу югорчанина Александра Пахомова. Она была озвучена на встрече главы региона с жителями Сургутского района. Напомню, 2023 был объявлен в Югре годом взаимопомощи. А чему будет посвящен 2024, решить смогут сами жители округа. Эксперты оценят все поступившие идеи и выберут топ самых актуальных и популярных. Итоговый рейтинг будет открыт для голосования с 22 по 29 ноября. Тему, которую выберут югорчане, Наталья Комарова озвучит в ходе ежегодного обращения к жителям округа. Добавлю, что высказать свое мнение о том, чему должен быть посвящен 2024 год, можно до 19 ноября включительно.